Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Аминь. Отец Паисий родился в 1924 году. С самых юных лет вел подвижническую жизнь. В 50-м году стал монахом, подвязался по большей части на Святой Афонской горе. Духовно окормлял тысячи людей, был одним из самых опытных и рассудительных старцев нового времени. Оставил богатое духовное наследие в воспоминаниях, письмах и беседах. Келья Панагуда, где жил отец Паисий. Жарко, больше 40 градусов. Αυτή η σωλήνα που βλέπετε, από εδώ μέσα Раньше через эту трубочку проходила веревочка, которая была прикреплена к колокольчику. Когда за трубочку дергали, приходило движение веревки, звенел колокольчик. Там наверху было устройство, с помощью которого отец Паисий мог поднимать запор калитки. Услышав колокольчик, старец открывал замок, и паломники проходили внутрь двора. Конечно, благой Бог не оставит нас и будет нас защищать. Христианин, когда он находится рядом с Богом, он не испытывает никакой нужды, избегает опасности. Но главное, он должен иметь веру и понемногу становиться лучше, чтобы благодать Божия была с ним. А если с человеком пребывает благодать Божия, то он уже ничего не боится. На этом месте отец Паисий нас всегда принимал. Он выходил из дома и садился вот здесь, на лавке, а мы здесь, там, вокруг, на этих пеньках. И когда люди внешне видят нас, верующие, как мы делаем какие-то суетные вещи, занимаемся только тем, что исполняем повседневные наши заботы, то они не получают от нас никакой пользы. Что же может принести окружающим пользу? Пользу им может принести только наш пример, наша христианская жизнь. Теперь, хотим мы того или не хотим, мы должны стать лучше, потому что сами события вынуждают нас все более приближаться к Богу, чтобы с нами была божественная сила, которая помогала бы нам противостоять любым трудностям. И, конечно, добрый Бог не оставит. Он окажет нам свое покровительство, говорил старец. Даже если мы получим раны, не нужно терять хладнокровие, но просить помощи Божией и продолжать борьбу. Бог, будучи добр и справедлив, всем нам дал соответствующие дарования. Например, мужество мужчинам и любовь женщинам. Еще старец говорил, Бог добр, Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для немногих, то для чего бы распинаться Христу? Райские врата открыты всем людям.
лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя своих грехов Христу. И тогда они свободно пройдут в райскую дверь. Το γέροντα Παΐσιο τον πρωτοσυνάντησα λίγο έξω εδώ από το καλυβάκι του. Είχαμε έρθει. Первый раз я видел старца Паисия за кельей. Мы пришли к келье, обошли ее, никого не было. И когда стали уходить, увидели на дорожке какого-то старичка, очень худого, в подряснике. Он спросил, кого вы ищете, чадо? Мы ответили, старца Паисия. Тогда монах этот сказал, ну где же вам найти сейчас старца Паисия? И мы тогда ушли на другую сторону кельи. Проводник забеспокоился, говорит, что мы здесь ходим, если все равно старца Паисия здесь нет. А потом, когда мы шли и беседовали, я понял, что этот старичок сладкоречивый и худой. Это и был отец Паисий. Сейчас покажу то место, где я впервые увидел старца Паисия. Да, я понял, что этот старчик сладкоречивый и худой. Это и был отец Паисий. Я ожидал какого-то важного, производящего впечатление какое-то. А встретил такого немногоречивого человека, простого. И это мне очень понравилось. Мы должны знать, что верные, которые хранят заповеди Божии, они принимают благодать Божию. И Бог, можно сказать, обязан помогать им в эти трудные годы. Зло же уничтожает само себя. Мы видим, например, что появляются какие-то странные болезни. И мы видим, что не Бог уничтожает злых людей, нет, а эти люди уничтожают себя сами. Не Бог их наказывает, а сами люди себя наказывают. Исчезают с лица земли те люди, жизнь которых не имеет смысла. Надпись «Закрывайте крышечку». Здесь у отца Паисия был лукум. У старца была записка, на которой было написано «Берите это благословение». Мы подходили, брали лукум, пили воду и таким образом угощали сами себя. Молитвами старца. Отец Паисий плел четки и дарил некоторым паломникам. Еще он вырезал кресты из кипариса и тоже раздавал. Он очень любил природу и был связан с природой, с цветами, с деревьями, с растениями. Он беседовал с любым приходящим к нему человеком, будь то самый неграмотный или с преподавателем университета. В этой жизни мы сдаем экзамены для перехода в иную жизнь. И поэтому Бог попускает дьяволу свободно нас искушать на определенных границах, чтобы его злоба помогала нам работать над собой. Благой Бог, добрый Бог, не допускает дьявола, чтобы он уничтожил нас до конца. Некоторые ангелы не спали, и по своей гордости стали демонами. И тогда Бог сотворил человека, третье творение, чтобы этим творением восполнить другое творение, падших ангелов. Прародителям Адаму и Еве было дано великое благословение стать сотворцами Богу. Он сделал их творцами, подобными самому себе. «Но если человек сам не хочет трудиться духовно, то что сделает Бог?» — говорил старец. «Бог не хочет вмешиваться, потому что он чтит свободу человека». А кто хоть немного расположен к тому, чтобы не опечалить Бога, пойдет в рай, скажем так, в галошах,
Благой по своей природе Бог буквально втолкнет его в рай. Он даст ему намного больше того, чем человек заслужил. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός Σου, δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Звучит «Эктиня» на греческом языке. В переводе с греческого «Эктиня» означает «протяжно совершаемое моление». Δεόμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Εμιλιανού Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Θα υπέρ των αδελφών ημών των δεσδιακονίες όντων, διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Господи помилуй. Мы все обязаны, каждый из нас обязан оставлять после себя добрую традицию. Мы не имеем права ни сами для себя, ни для других людей, уходя из этой жизни, оставлять после себя дурную славу, дурную традицию. Для Бога нет величайшей боли, чем видеть человека в мучении, говорил старец. Думаю, что одной лишь благодарностью Богу за многие его благословения, смиренного с любовью отношения к его образам, нашим ближним, достаточно для того, чтобы наша душа была упокоена и всей, и в иной жизни. Λοιπόν, εγώ μια φορά το ρώτησα, λέω, Γιώργα, μα καλά, ο Θεός προέφτιαξε τον άνθρωπο από αγάπη, πώς είναι δυνατόν να τον αφήσει στην κόλαση? Один человек спросил старца: «Очень хорошо, Бог есть сама любовь, и как же Он может оставить человека в аду?» Отец Паисий отвечает ему, что если человек привык к бузукам, а бузуки — это народный инструмент, который используется в трактирах и других подобных заведениях для увеселения. Человека, привыкшего к бузукам, если даже силы посадить в рай, он и там будет бузуки искать. Рай чувствуют люди, которые достойны его чувствовать. Потому что рай — это сам Бог, и те, кто живут в Боге, живут в раю. А другие люди, душа которых нечиста, их даже если напротив Бога посадить, они не будут его видеть, не будут его чувствовать, не смогут принять его. Ад — это жизнь не в Боге, невозможность жить в Боге. Όπως είχα ακούσει, φανταζόμουν ότι θα έβλεπα έναν σεβάσμιο γέροντα με μακριά γενιάδα, με ηλικιωμένο, αυστηρόν, ασκητή. Я думаю, что вижу уважаемого старца, аскета, у которого строгий вид и длинная борода. А увидел человека Божия, весьма похожего на ребенка. Я спросил: «Это вы, отец Паисий?» Он мне ответил: «Садись, чадо мое». Окрестности монастыря Кутлумуш, на келе которого жил отец Паисий. На меня произвело огромное впечатление, что я увидел человека столь похожего на ребенка. Ведь в Евангелии Господь сказал: «Если ли станете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Старец Паисий был невинный, как дитя, благодушный и радостный. В келье я с ним никогда не жил, потому что отец Паисий всегда жил один, а я жил рядом с ним.
Φυσικά εγώ δεν τους γνώρισα τους άλλους πατέρες, γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο και δεν αισθανόμουν... У каждого старца есть богатство от Бога. Я не знал других старцев, я знал отца Паисия. И честно вам скажу, у меня не было нужды общаться с другими старцами, потому что я чувствовал полноту рядом с ним. Во всяком случае, я твердо знаю одну вещь, что если у человека есть доброе расположение, даже если он ведет мирскую жизнь, то этот человек все же сподобится божественной помощи. Благой Бог устроит так, либо с помощью землетрясения, либо молнии, либо потопом, либо словом, либо с помощью какой-то болезни. Благой Бог не оставляет человека. И когда человек приходит в себя, Господь снова ему помогает. И мы думаем, предполагаем, что же будет с бедным миром. Но видите, Господь не оставляет. Он заботится о мире. И теперь мы видим род добрый, хороший, золотой. Сегодня христиане вынуждены становиться более верующими, хотим мы того или не хотим. Если не преодолеть свои недостатки, пока ты еще молод, то потом их будет трудно преодолеть, говорил старец. Ибо чем старее становится человек, тем слабее его воля. Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего. Святой Иоанн Златоуст говорит, в хотеть и не хотеть заключается все. То есть все зависит от того, хочет человек или не хочет. «Великое дело», — говорил старец, — «Бог по природе благ и хочет нам добра. Однако нужно, чтобы хотели и мы». Иверский монастырь. Крестный ход Иверской иконы Пресвятой Богородицы. «Наилучшим образом устроит все добрый Бог», — говорил старец. «Но необходимо многое терпение и внимание, поскольку часто, торопясь, распутать клубки. Люди запутывают их еще больше. Бог распутывает с терпением. Нам нужно много и с болью молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее». Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος... Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. У него была любовь. Это самое главное. И рассудительность. Смирение и рассудительное подвижничество именно такое, какое испокон веков живет в нашей церкви. Он любил Бога с малого возраста и любил ближнего по заповедям Христа. Он принимал очень много паломников. Было просто невозможно, чтобы кто-нибудь из паломников прошел мимо его келии. Народ приходил, и он всех принимал, несмотря на то, что очень любил безмолвие. У него была любовь. Это самое главное.
Изготовление таких икон было рукоделием старца Паисия. Старец Паисий почил о Господе 12 июля 1994 года. Похоронен в основанном им женском монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Несуратин неподалеку от Салоник. Здесь жизнь окончен путь земной, здесь плоть моя и тление, здесь вздох последний прерван мой, в душе же свет и пение. Эти стихи написаны самим старцем Паисием. Thank you.